Всем привет! С вами Кононова Анна и интернет-проект Faberlic Online. Меня очень часто спрашивают, что же я такое заказываю в дом ежекаталожно и так далее, и так далее. Ну, конечно, в основном у меня одежда и все такое прочее. Вот сейчас у меня на личном счете вот 31 балл проплаченный, да, то есть давайте с вами зайдем в раздел «Мои заказы» и посмотрим, что же я заказывала. Да, то есть вот у меня статус выдан, статус доставлен. Еще пока я его не забрала. Да, тут идут джинсовые шорты. У меня заказали, ну и гель для купания один, ну и 5 каталогов, потому что вот этих людей я бы хотела зарегистрировать, потому что, как вы видите, размер 48, 46, у нас таких размеров нет в семье, вот, поэтому это не для меня, девочки захотели. Ну что ж, 30 баллов сделано, все замечательно, все великолепно, и я понимаю, что у меня в доме на данный момент много что закончилось, поэтому я сейчас просто по умолчанию отсортирую, допустим, по цене поставлю то, что дороже, и буду смотреть, что же мне нужно в дом, да, то есть, ну, во-первых, появилась продукция по VIP, мне она очень интересна, во-вторых, я в восторге от данной сковородки, если честно, я буду нажимать ее купить обязательно, потому что это просто великолепная сковородка, диаметр 24 сантиметра, блендер есть. Вот. Далее, значит, таким вот образом я просто смотрю, что у меня в доме закончилось, именно в доме. Очень редко листаю каталог, очень редко, если честно, смотрю акции, потому что не всегда там в каталоге есть все, чтобы я могла, допустим, не упустить. Вот я, значит, сиденье хотела купить. И у меня, в частности, кончились еще БАДы и средства для унитаза. Так, средства для унитаза. Так, значит, я сейчас возьму дом и возьму, значит, ортопедические товары. Так, товары для ванной, товары для животных, товары для кухни. Ну и вот идет косметика для дома. Косметика для дома идет, и вот как раз тут я и посмотрю, да, то есть все, что мне нужно в дом. Порошок у меня пока есть, да, и вот я начинаю смотреть. Вот, то есть у меня закончился такой вот пятновыводитель. А он у меня добавлен в избранные, я его частенько забываю купить. Вещь просто великолепная, я им просто, знаете, просто так стираю вместе, не жду пятен, а просто стираю вместе с порошком. Вот, далее, значит, второе, значит, у меня еще, по-моему, салфетки закончились, да, и также мне очень понравилось оттирать, хоть он и идет для ванны душевых кабин, но я им пользуюсь именно на кухне. У меня там идет фартук, и мне очень нравится вот именно им мыть фартук, поэтому я закажу, пока не забыла. Также у меня закончился спрей для обработки Монарда. Я очень часто им что-то обрабатываю, особенно кухня и туалет. Это очень важное дело. Так, что ж, поехалите с вами дальше. Салфетка. По одной салфеточке примерно в каталог я покупаю. Знаете почему? Потому что у меня на данный момент в каждой комнате, даже на кухне у дочки в комнате, есть шкафы с окнами, очень такие высокие, большие. Вот, поэтому они идут как бы зеркальные, да. Мне понравился новый гель очищающий с ароматом лимона. Или, может быть, я устала от старого, я не знаю. Но я возьму именно этот гель. Вот, ну и, конечно, нужно пойти в раздел «Здоровье». В разделе «Дом Faberlic» на данный момент у меня, по идее, куплено все. Значит, что у меня еще закончилось? У меня закончилась гигиена, уход за руками. Вот, значит, уход за руками. Совсем закончились все средства для мытья рук. Вообще ничего нет.
Я сейчас поищу средства для мытья рук, если они в этом разделе. То есть у меня, вы знаете, целый список, что за, вот значит, перчатки. Вот я бы, если честно, не заказала бы, если бы была в каталоге, а не перчаточки бы, ничего. Да, то есть таким вот образом я смотрю. Так, значит, уход за руками, новинка. Так, уход, косметика. Так, вот, скорее всего, косметика, идет гигиена. Скорее всего, в гигиене я сейчас и увижу то, что мне нужно. Так, вот видите, салфетки, мыло пошло. Мыло у меня пока есть дома. Мыло у нас просто широченный выбор, поэтому я перелистну. Да, и вот таким вот образом, да, как вы видите, тут есть и гели для душа и так далее, зубные пасты, то есть, ну, вся гигиена дома. И вот они пошли, мыло, да, 80 рублей, ну, конечно, копейки такие, что вообще. Вот, и я бы взяла с удовольствием какое-нибудь увлажняющее мыло, потому что сейчас весна, руки стали капризничать, и я хочу взять что-то вот такое ухаживающее. Я возьму вот увлажнение и смягчение. Причем, так как оно у меня кончилось совсем, я добавлю в корзину, и в корзине изменю на количество 3 штуки. Ну и, конечно же, мне нужны БАДы, БАДы для своей семьи. Очень часто меня спрашивают, что я делаю, какие заказы. Так вот, сейчас с вами будем смотреть именно БАДы. Бальзамы фиточи у меня практически все закончились, да, это во-первых, вот я их заказала. И во-вторых, у меня закончились именно продукты для здоровья, поэтому я пойду сейчас в них целенаправленно, да, то есть... Так, значит, у меня оживится. Так, но стресс. Вот, но стресс у меня закончился. Обязательно надо взять, очень хорошая вещица. Почитайте про нее. Я думаю, вам она понравится. Потом, значит, для дочки и для себя я закажу не тоник. То есть я поменяю на количество 2. Вот, далее, значит, пластырь у меня есть. А, вот смотрите, Q10 на перевыпуск. Карловарская соль у меня есть. Вот, ага, нет наличия. Очень-очень жаль, что нет наличия вот этой штуки. Я из нее как раз и вот сюда залезла больше всего. Да, очень жаль. Вот, и далее, значит, купить здоровье. Бальзамы фиточи. Чистота и легкость в теле мне очень понравилось действие чая, но на данный момент у меня закончился вообще вот такой вот чай, который очень нравится всей моей семье. Я скорее возьму его. Он похож больше на чай, который, вы знаете, я даже не знаю, как его писать, на такой дорогой, хороший, качественный чай. Он очень похож. С удовольствием его всегда заказываю. И вот эти вот концентраты, забыла, какой у меня закончился, заканчивается, поэтому я закажу в следующем своем заказе его. Вот, ну что ж, ну и поехали с вами в корзинку. Вот моя корзинка, я взяла 14 наименований продукции, которая у меня закончилась. Да, то есть с бергамотом я возьму один, этот чай я возьму 3 упаковочки. Так, ньютоника я хотела взять 2. Так, минутку. Так, значит, я вот таким вот образом меняю, чтобы ничего не забыть. И вы знаете, как бы, если честно, то у меня всегда вот прям так жидкое мыло для рук уже не первый раз. Так, перчаток я сделаю 5 штук за каталог. Гель очищающий для унитаза. Один мне, другой свекрови я возьму. Салфеточки, чтобы в следующий раз, мало ли, забуду, я тоже буду брать по 2 штучки. Да, то есть вот таким вот образом. Кислородный пятновыводитель один, да, то есть, ну, вот таким вот образом у меня получился заказ. И, конечно же, карточки я еще не активировала, да, то есть тут есть бонусы за покупку, которые я тоже очень хорошо просматриваю, потому что некоторые Шершеля Фам, вот, значит, это парфюмерная водичка, мне частенько нравится, я возьму ее пару штучек.
Далее, значит, спонж есть, тушь для ресниц, крем для рук. Да, то есть я очень часто выбираю, что мне хочется. Гель для туши Beauty Cafe есть. Так, тональный крем для ног, бальзам для губ. Да, то есть вот это вот как раз вот тональный крем Beauty Box. Beauty Box. Тональный крем. Не селфиш ли мой любимый? Вот мой любимый селфиш. Конечно же, я возьму 6 штук. 3 себе, 3 дочки. Это наш любимый тональный крем. Просто его обожаю. Когда вы его один раз попробуете, вы просто будете в восторге от него, потому что просто нету такого крутого, да, тонального крема, да. Конкурс Faberlic Color. Это я выиграла. Очень приятно, конечно. Я могу взять любой продукт для себя. Вот, ну, конечно же, я выберу подороже что-нибудь, да, допустим, какую-нибудь питательную сыворотку или маску-восполнитель кератина. И также я могу, как вы видите, выбрать любое из Silk Color. Я, наверное, выберу все-таки вот это вот питательная сыворотка для всех типов волос. Она у меня закончилась. Это мой подарочек за то, что я участвовала в конкурсе. Так, минутку, нажму «Выбрать». Да, то есть даже старшим национальным международным директорам компания Faberlic дарит подарки. Колготки по суперценам и Денос, да, то есть колготки я очень часто беру, я очень часто заказываю. Сейчас вот прогремел форум, и если честно, я порвала одни колготки, потому что очень много было на сцене. Но тут уже мои кремовые колготочки, к сожалению, скорее всего, распродались. Я хотела 40 ден, четверочку, МЛ. Ну вот можно взять в горошек, да, только остались. Очень жаль. Я, значит, закрою эту вкладочку. Вот, ну думаю, я полностью ответила на ваши вопросы, потому что очень часто меня спрашивают, что я заказываю. Вот, продукцию по срокам годности я смотрю редко. Ну и новинки для VIP-консультантов я очень тщательно тоже выбираю, подбираю. Мне не нравится. Огромный листок различных новинок, которые я могу брать. Да, как вы видите, появится сыворотка антистресс. Водный спрей, освежитель, свежесть фруктов, конечно же, возьму. Эспандер для рук с регулируемой нагрузкой обязательно возьму. Спортивная бутылка шейкер, конечно же, возьму. Мяч гимнастический. Это свекровки со свекром я возьму родителям мужа. Стул-холодильник складной. Стул-холодильник очень интересно. Масло обязательно возьму. Ну и одежду я уже посмотрю, какую взять вместе с дочкой. Да, то есть я еще вернусь, и я еще раз буду делать заказ новиночек для того, чтобы потом их носить летом с удовольствием. Да, то есть смотрите, мне уже доступны новинки следующего периода, поэтому я с удовольствием их буду брать. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Вот, сейчас я закончу видео. Да, давайте посмотрим. Вот еще, да, детские влажные салфетки очень хочется попробовать. Детский крем. Замечательно, да. Ну и обязательно все спортлайфы, потому что 100% у меня их дочка унесет и распродаст, когда мы их попробуем. Далее, значит, вот посмотрите, тут у меня еще есть туфли, босоножки. Тени я брать не буду, у меня много теней. Далее пошел огромный выбор обуви, которую я тоже с удовольствием буду носить, но я ее посмотрю позже вместе с дочкой. Что еще дочка захочет померить, выбрать. Значит, я нажимаю «Применить изменения», то есть мне интересны новинки и так далее. И после этого я уже, так, если мне не нужны каталоги, я их удаляю. Снова нажимаю «Применить изменения». И сейчас мы посмотрим, на какую сумму, какой заказ у меня получился. Как вы видите, я заказываю только то, что по акциям, по распродажам. И то, что мне нужно в дом, я иногда, очень часто в каталог я даже не заглядываю. Карточки «Твой бонус» я буду раздаривать. У меня там около 15 подарков, я буду их раздаривать.
Итак, мы с вами смотрим. Значит, у меня получилось на 124 балла заказ на 13 тысяч рублей. Вот таким вот образом. Сейчас посмотрю, может быть, я что-то уберу, потому что, в принципе, более 50 баллов делать не нужно заказы. Я VIP-консультант, я делаю по 100 баллов, но, как вы видите, опять переборщила. Ну что ж, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Я надеюсь, что я удовлетворила ваше любопытство, что же я заказываю каждый каталог. Я, как вы видите, заказать есть много что. Ассортимент просто здоровый и много что еще хочется, но уже просто больше не нужно заказывать, потому что в следующем периоде я уже дождусь до следующего, и в следующем уже это буду заказывать. Пока-пока!